Всем привет, дорогие друзья! Привет! Всем салам пополам, ребятушки! Да, смотрите, с нами наши подписчицы Дарина и Диана. В общем-то, чтобы, короче, они появлялись побольше, ставьте прямо сейчас лайк, они будут почаще приходить. Набираем сколько? Ну, 50 тысяч лайков, я думаю, 50 тысяч лайков. Подписывайтесь всем на канал. И что еще делаем? Ставим колокольчик. Так, колокольчик ставьте, чтобы не пропустить новую серию. Да-да-да, и, короче, вопросик дня. Короче, что бы вы выбрали, на каком вообще транспорте хотели бы покататься в будущем? Когда там, не знаю, вырастите и так далее, либо когда купите. Короче, автомобиль, такой, автомобиль, мотоцикл, либо летающая доска. Сектор приз на барабане. Да-да-да, давайте, что вы, а вы бы что выбрали, ну-ка? Диана, ты умеешь летать? Ну, типа, летающая доска. Я бы хотела... Я, знаете, я думаю, что в будущем обязательно... На доске без ничего, я понял. Невидимая доска, знаете, нормально. Так, а Дарина? Невидимая доска. Невидимая Диана. Одзеркаленная доска, одзеркаленная. Так, все понятно. Короче, дорогие друзья, мы почему про транспорт говорим? Мы, короче, отправляемся сейчас в лагерь летний. Мы, короче, там поедем отдыхать все лето. Да. О, подожди, а что, кто это такой тут стоит? Это врач вроде. Народный грач. Так, ну-ка, давайте спросим, что он говорит. О, привет! Хотите бесплатно поучаствовать в эксперименте? Кто-то из вас может стать сиреноголовым, но вы не пугайтесь, вы будете в улучшенной версии себя. Круто, да? Ты чё бред несёшь, усач? Слышь, я тебя усач... Какой сиреноголовый? Совсем, что ли? Нормально так. Он бред несёт, ребят, давайте не будем, а? А в какую сторону в него смотреть? Это непонятно, глаз нет, как бы непонятно. Вот же очки, вот они, вот очки, короче. Ой, а, точно, побойся бога. Дарина тебя уже заразил, походу, раз ты видишь. Так, ну, смотри, даже... тут в натуре какие-то зельки. Как думаете, он правду говорит или нет? Да он бред несет. Давайте попробуем, это же интересно будет. Ну, не знаю, ну, давайте, да. Да, что, попробуем, Диан? Да, блин, я не знаю, ребят. Тут, блин, странно всё. Окей. Так, давайте попробуем. Так, берем, короче. Так, давайте чокаемся. Я сомневаюсь, брать или нет. Брать или не брать. Так, все, давайте на счет три. Раз, два, три. Пьем. Смотрите, ничего не произошло. Ты, блин, народный грач, ты нас того, да? Да, у нас, короче, обманул. Так, все, погнали, короче, в лагерь, девчонки. Так, все, я съел, давайте, садитесь. Ух ты, а я на переднем сиденье. Все, так, все, погнали, короче. О, Диана сзади, короче, сидит, прикольно. О, встречи. Все, давайте. Капец, Диана голова качается. Слушай, прикольно, да, она такая сидит там на багажнике. Так, я надеюсь, мы доберемся без приключений, потому что... А там... нет, а сейчас в столб, оп. Ладно, все, едем, короче. Так, все, мы, короче, уже приехали в лагерь, отлично. Так, все, паркуемся, выходим. Ну что, девчонки, круто, да, вообще? Смотрите, сумерки уже. О, опять комары. Какой классный лагерь. Да. Ну, блин, что, надо было взять какой-нибудь, не знаю, пшикалку, что ты как всегда. Чтоб в тебя пшикать, чтоб ты от меня отошла наконец-то. Вот. Неплохо, а все, это залет, короче, а он был раньше. Так. Я чувствую, у нас будет батл даже в лагере. Да, конечно, всё. Вот ты стоишь через огонь, я бы пшикнула через огонь в тебя. Все, сейчас будет батл, короче. А, нифига так. Капец, красивый закат, боже мой, я в восторге. Да. Так, рассказываю, короче, страшную историю. Значит, в одном умном... Неплохо. Чё? Ты офигеваешь уже. Я? Кто? Я? Я нет. Жень, ну, давай ночью, короче, ее намажем чем-нибудь, я не знаю. Все, я, короче, предлагаю, когда она уснёт... Жень, ничем меня ночью не мажете, умоляю. Короче, я, короче, предлагаю, она, короче, уснет, мы ее намажем лицо это зубной пастой и, короче, ее палец в стакан воды, короче, засыпем. Ну да, нормально. Не делайте так со своими друзьями, если не хотите казусов. Да, короче, интересный совет на канале Евгена Мурова. Потерять друга, вот как звучит этот совет. Ну, короче, если кто не понял, то можно, короче, не писать. Ладно, все, короче... Держите в курсе. Да. Итак. Так. Что, страшная история? Ты рассказывал, давай. Так, все страшно. Обещал уже, все уши протрынкнел в дороге. Короче, рассказывай, значит, в одном страшном доме. Что ты носишься, как олень? В одном страшном доме, значит. А все, дальше не помню. Ребята, ты интриган. Блин, ребят, короче, что-то мне плохо немного.
Вот я же говорила, вам нельзя было, короче, к этому чуваку подходить. Подождите, сейчас. Все, сейчас она там, короче, жестко ее там пронесет. Так, ну-ка. Да, мне кажется. Надеюсь, ее пронесет мимо проблемы. Что такое? Чего? А что происходит? Что Матерь это? Матерь Божья! Ого! Боже мой, какая красивая! Так, все, Дарин, давай за мной, быстрее! А, Диана была лучшая! Диана, вернись ко мне! Так, давай быстрее сюда! Больше нет никакой Дианы! Так, заходи быстрее! Евген, беги! Так ты беги, заходи, давай, так, все, закрываем. Блин, она прорвалась сюда, давай! Так, Дарин, давай здесь где-нибудь заныкаемся, так. Христос! Вон она ходит. Так, давай вот сюда забегаем. Давай, забегай. Тут все такие стрёмные временами, капец. Что, эту дверь тоже заложить? Давай, да, давай. А я, короче, пока тут стекло сломаю, если что, мы отсюда сбежим. Где вы? Вон она, так все... Она пробежала так тихо. Давай, быстрее, выбегаем. Дарин. Чё, семья? Ну чё? Ладно, бежим. Ты меня веди, пожалуйста, мне так страшно. Она была, ты знаешь, она все-таки красивая была раньше, а то сейчас вообще тошнит. Короче, сейчас, смотри. Мам, так, ну-ка, она прям тут. Ну-ка, давай, садись в машину быстрее. Садись. Ран, ту-ду-ду. Поехали отсюда, пожалуйста. Давай, ты вот ездил, как Шумахер, едь сейчас. Все, я еду, короче, попробуем отсюда убраться. Сероголовый вас найдет, вам не убраться от сероголового. Блин, я, короче, врезался, машина заглохла. Быстрее, выходим. Так, Дарина, быстрее побежали, я видел, там, кажется, лодка. Так, давай, так, вроде эта штука отстала. Вон она. Не буду смотреть. Да. Так, еще и она еще и воет там, так, давай. Вот, блин, да. Собак сутулая там. Диана и при жизни была не очень музыкальная, а теперь, ну, в общем, да. А, ну при жизни она же... Слушай, она к нам вернется, как бы, над кем я буду издеваться? Я же вообще ее очень люблю, как бы. Так, давай быстрее сюда. Я бегу за тобой, просто ты так быстро бегаешь. Ты меня, главное, не бросай, пожалуйста, ладно? Все, я тебя, короче, тут все жду. Так, все, давай. Здесь цветочек, ну, как бы, важен цветочек в любом случае. О, смотри, здесь скутер. Так, ну-ка, попробуй. Блин, он не заводится. Смотри, тут колонка с бензином. Нам надо, короче, бензин найти в этом лагере. Я боюсь. Блин, прохладно. Ну, ты пошли, видела? Пошли. Так, сейчас, подожди, ты видела? Я видела. Подожди, что видела? Ну, эту штуку, сиреноголова. Что? Нет. Пошли быстрее, пожалуйста, пошли спать, пожалуйста. Все. Давай здесь дома проверять. Так, ну-ка, заходим. Так не бросай меня одну, это очень страшно, пожалуйста, не бросай. Да. А где она появляется? В ящике. Да, все, ищем. Давай, вот сюда побежали. Все, я бегу. Ай. Так. Капец, блин, ну по-хорошему надо разделиться, а тут, а мне страшно. Так, давай сюда быстрее, Дарина. Все, я очень стараюсь. Все, нет? Что, пошли. Так, здесь нет. Знаешь, там в комнате. Она нас, кажется, ищет. Так, она нас ищет. Так. Боже, близко. Близко. Ладно, я не буду говорить ничего. Вы зря от меня убегаете, я вас найду. Ничего, ты, блин, как бы свое отражение в зеркале не видишь. Тоже нету. Точно. Так, все, побежали тогда отсюда, здесь ничего нету. Черт, а мы все, точно все дома посмотрели? Да, давай, побежали за мной так. Ты видишь ее? Я бегу. Я даже, блин, стараюсь по сторонам не смотреть, она такая страшная. Я здесь, с вами. А, капец, она прям здесь, так, быстрее. Не жди меня, я тебя найду, беги. Я почти вас поймала. Дарина, ты куда побежала? Я вижу самого медленного, Дариночка. Я тебя догоню. Ладно, все, я вокруг здания бегу, давай. Тебя поймали, что ли? Нет, я застряла. Вообще-то тебя поймали. Черт. Ты сможешь меня освободить? Освободи меня. Я упрыгаю от нее. Все, давай, сейчас она отойдет. Ты страшная хреновина, отойди от меня. Так, все, давай, отвязал, побежали быстрее. Все, я здесь. Я здесь. Я здесь, рядом. Главное, чтобы ты там, где не я. Спасибо большое. Так, давай, Дарина, быстрее за мной.
Капец, чтобы мы еще раз хоть когда-нибудь какую-то бодягу от у странных мужиков пили. Дверь не закрыли, дверь за собой закрывать надо. О, так, все, я нашел, короче, одну канистру, отлично. Давай сейчас замуруем, короче. Вон, там ходит, так замуровал. А нам хватит одной? Нам, по-моему, надо 5 штук или 3, сейчас проверим. Так, все, отлично. Я открываюсь в темноте, вы меня не видите, Дарина. Я дала тебе один шанс, но второго не будет. Капец, ты так поэтично, Занька, стала с момента, как превратилась в эту, простите, собаку бешеную. Так, все, быстрее, сюда. Так. Я бегу. Как что? Все, во мне просто Татьяна. И вам будет капец. Так, короче, я предлагаю нам разделиться, может, или не разделяться, как думаешь, Дарина? Ладно, хорошо, надо разделиться. Надо проверять дома, чтобы... Она здесь! Так, все, быстрее, так. Блин, она прям за мной бежит, так. Оп. Куда ты врезалась? Ты что, бежишь? Так, все, отлично. Ах ты, какашка, конечно. Так, все, хорошо. Ты ее отпинал? А женщин бить нельзя. Дарина, ты нашла какие канистры? Пш-пш, прием, Дарина, ты нашла? Пш-пш. Нет, я нашла, ничего не нашла я, в общем. Так, ладно, тогда... Счастье, не нашла тоже. Ага, не могу выйти. Ты не представляешь, насколько я рядом. Пойди, брось! Рядом, ой, я нашел, короче, вторую канистру. Так, Дарина, ты где? Дарина? Осталось только тебя связать и унести, только я не знаю. Как войти? Отойди от меня! Не выпрыгивай от меня, сейчас тебе будет хана. Вот, твой друг бежит к тебе, так что я тебя... Да ничего ты меня, отстань от меня, отстань. О, блин, так, эта штука еще телепортируется. О-о. Жесть. Хочу жить. Так, все, я, короче, бегу тебя спасать. Так, все. Я спаслась, я смогла. Все, давай. О, она прям за нами бежит. Давай, быстрее. Да блин, меня связали. Где ты? Не убежишь далеко, а ты тоже не убежишь. Сейчас Сереговый тебя поймает. Пойди прочь. Подожди, здесь, я сейчас вернусь. Быстренько, мне нужно взять... Вернусь. Так, все, давай, быстрее, бежим. Так, ну-ка, вот здесь надо проверить. Так, надо закрывать за собой двери, потому что это капец. Она как найдет нас. Ну, конечно, связывает она криво, но, блин... А все, если побежали теперь, быть? Сейчас попробуем канистрами заполнить. А ты сколько нашел? Ты нашел нужное количество? Я две пока только нашел. Давай попробуем так, потому что это капец, она такая страшная. Блин, а как она опять снова станет нашей Дианой? Над кем мне издеваться? Она воет, давай, быстрее. Освободился. Капец, сейчас ей оперной вокалисткой вас... хочется стать, похоже. Дарина, не отставай, Дарина, быстрее. Я бегу к тебе. Только не бросай меня, мне так страшно тут. Капец, она что, блин, вовкулака, что типа, ну типа, как его там, по-вашему, вервульф? Что она... Да! Она сзади нас, давай, быстрее. Я одну поймала, поймаю тебя. Так, а вот нет, нифига. А какой нифига, видишь, все фига, я тебя нашла. Капец, у тебя морда страшная. Что ты сказал? Сейчас я тебя съем точно. Что ты сказал про мою маму? Что мне с тобой сделать, интересно? Убойся бога, вот что сделай. Что интересно сделать с вами? Давайте вы мне расскажете какую-нибудь интересную историю, чтобы я повеселилась немного перед тем, как вас зажарить. Так, ну... Весело, как на концерте было. Рассмешите Сероголового. Так, ну как бы рассмешить-то? Так. Я злюсь. Короче, знаешь что? А мы, короче, сможем тебя рассмешить, если ты отойдешь, короче, к стеночке, сосчитаешь до 20, а дальше уже, короче, будет мега крутая шутка, окей? Мы будем играть в прятки. Сероголовый любит прятки. Хорошо. Так, все. Так, Дарина, погнали быстрее. 3. Я не могу освободиться сама, просто освободилась. У тебя кончились? 7. Так, все. О. Да. Все, побежали. 7. Короче, нам надо быстрее уже к катеру бежать. Шутка на 10 миллионов. Сейчас я вас поймаю точно. И теперь вы не проведете меня. Так, все. Да что Сероголовый знает? Ничего что Сероголовый делать? Не знает. Капец, надо было рассказать ей анекдот. Знаю Диану, она бы смеялась 5 минут, и можно было и не обманывать, в принципе. Она тут телепортировала. О, она здесь. Так, назад, бежим быстрее. Я же сказала, что я вас найду. Сюда, Дарина. Почему? Скорее не работает? Да.
Надо тебе поесть, наверное. Все, давай, все. Тут у нас... О-о! Мне так, надо поесть! Как? Мам! Что мне с вами делать, мне интересно? Пойти прочь, вот что с нами делать. Диана, хочешь рассказать тебе анекдот? Нет, теперь анекдоты не работают, теперь я хочу есть. Диана, ты знаешь, что можно? Возможно, мне нужно взять немножко лучка, чтобы было вкуснее, так что я пойду поищу лук. Ой, блин, ну иди. Ты у тебя еще остались? Ты можешь выбраться? Ну, у меня только один, короче. Так, я, по-моему, где-то обронил еще один. Так, сейчас посмотрю. Так. Ну-ка. Карина, все, я нашел тут ножичек. Так. Оп, все. Бежим. Куда нам бежать? Ты знаешь, куда нам бежать? Вон, давай, быстрее, за мной. Нет, я вас нашла. Все, да нет, пойди прочь, хватит. Давай сейчас заныкаемся в доме, подождем, пока она уйдет и... О, кажется, она ушла. Так, давай, все, сейчас я буду заправлять. Так, все, заправляю. Все, садимся? Сейчас, подожди, сейчас заправляю. Подожди, Дарин. Смотрите наверх, ребятки. Я спряталась в воде. Вам никогда не спрятаться от меня, посмотрите на меня. Тебе еще долго. Сейчас. А где она? Я хочу наверх посмотреть. Вон она справа. О, так, все, заправляю. Так, все, садимся, садись, все, погнали. Отсюда быстрее! Нет, ребята, не убегайте. Ладно, я вас найду в следующей жизни. Или до конца этих жизней вас найду, короче. Капец, это будет. Все, вам хана. Я найду вас в Китае или где-нибудь в Японии. Вам точно не скрыться от меня. Так, ты мое лицо видела? Ты меня среди китайцев не найдешь, я тебе говорю. Так, ну все, короче, все, отправляемся быстрее отсюда. Так, поехали, и пришлем кого-нибудь, чтобы Диану вылечили. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да. Пока. Все, всем пока.